Меня зовут Любовь, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хотела бы поговорить с вами об ахименосах, а точнее о их перевалке. Для начала давайте с вами приготовим субстрат. А для этого нам понадобится верховой торф, примерно 70%, 10% угля и 10% мха, это у меня лесной мох, и примерно 10% перлита. Здесь у меня уже готовый торф, перемешанный с перлитом. Это заранее был приготовлен субстрат для пересадки фиалок. Теперь нам нужно это все тщательно перемешать. Я уже садила в такой субстрат свои ахименосы. Был довольно легкий, воздухопроницаемый субстрат. Лесной мох в субстрате служит для того, чтобы торф не слеживался и не отставал от краев горшочка. Ну вот мы тщательно перемешали торф, сделали субстрат, теперь можно перевалить. Берем любой и, обминая горшочек, вот посмотрите поближе. Посмотрите, растение уже полностью корневая освоила этот субстрат. В этот момент уже можно пересаживать растение. Переваливать мы будем ахименос вот в такой подвесной кашпо. Насыпаем на дно субстрат, ставим ахименос, меряем, что все нормально, просто обсыпаем сверху по бокам. Вот так вот. Все, растение перевалено. Поливаем его хорошенько, смачиваем. Все, готово. Вот посмотрите, 2 недели назад вот эти растения были таким же образом перевалены в точно такой же субстрат. И вот как они выглядят. После перевалки растения сразу же вырастают быстро и закладывают боковые побеги. Вот этот экземпляр, вот он уже цветет, вот этот сорт уже цветет. А вот эти сорта начали закладывать бутоны и много боковых побегов. Если вовремя не перевалить ахименос, то он будет цвести, но слишком мало будет зеленой массы и цветение будет скудное. А когда мы переваливаем больший объем, тогда растению все хорошо, все нравится, он закладывает много боковых побегов, и цветение будет очень обильное и красивое. Эти растения находятся у меня в поликарбонатной теплице. Днем в теплице температура поднимается до 35-40 градусов. Но ахименосы растут вполне себе, все их устраивает, все нормально, цветет, все хорошо. Ахименосами я занимаюсь недавно, буквально 3-й год. Ахименосы достаточно легкие в выращивании. Весной достаточно вот в такой горшочек, в девяточку, посадить несколько ризом. И потом в таком вот состоянии перевалить вот в такой 2-литровый горшок или подвесное кашпо. На этом, в принципе, все. Дальнейший уход – это полив, удаление отцветших цветочков. И осенью нужно будет выкопать эти растения, ризомы, точнее, растения, когда полностью вегетативная часть цветка погибнет и превратится, ну, просто в сухостой. Надо будет аккуратно вытащить ризомы и сложить в какую-нибудь коробочку на зимнее хранение.
принципе, все. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Но если что-то осталось для вас непонятным, оставляйте свои комментарии под видео. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Что бы вы хотели узнать из моих видео, я обязательно для вас сниму. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылки будут в описании. Всего доброго, всем до свидания.